Самара – волжский город, так что вполне логично, что речные круизы – это самый популярный и излюбленный отдых горожан. Обилие в Самаре и самих судов, и разнообразие предлагаемых на них круизов может позавидовать любой город. В этом плане мы точно впереди Волги всей. Ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь ты меня, скажи, куда? Куда угодно, вместе с вашим спутником Гермес. С момента основания приоритетным направлением деятельности компании являются именно речные путешествия. Набираем команду, набираем питание, набираем обслуживающий персонал, набираем развлекательную бригаду. Отслеживаем абсолютно все. Это единственная компания мы на рынке, которая является компанией полного цикла. Это достаточно актуальное направление и достаточно благодатное, потому что это самое возвратное направление из всех туристических существующих. Как правило, туристы, которые с нами сходили в рейс хотя бы один раз, они всегда идут еще раз и привозят своих друзей. В этом году в Самаре работает целая флотилия прекрасных судов компании «Спутник Гермес». Валерий Чекалов, хирург Разумовский, Федор Иванович Панферов, Федор Достоевский. Ваш спутник Гермес рад предложить своим туристам в 2015 году незабываемые речные круизы в Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и в другие города России. Кто-то выберет отдых пляжный, отправится в круиз до Астрахани, где сможет вдоволь накупаться на прекрасных песчаных астраханских пляжах. Конечно же, попробовать великолепную волжскую рыбу, прогуляться по прекраснейшему городу Волгограду, что к 70-летию Победы будет особенно актуально. Кто-то выберет путешествие вверх по Волге, посетит красивейшие места, старинные монастыри и русские города. Есть замечательный маршрут до Перми. Это север. Прекрасная природа, очень интересная экскурсионная программа, пещеры, родина Чайковского, город Воткинск, тысячелетняя Казань. Все это и многое другое вы сможете увидеть на нашем теплоходе. Кроме того, ваш спутник подарит интереснейшую экскурсионную программу, а веселые аниматоры не дадут вам заскучать. На теплоходе жизнь не останавливается. Выступления артистов, дискотеки, спортивные эстафеты и увлекательные детские праздники. Интересно будет всем. Речные круизы – это доступный отдых. Рост валюты на их цены никак не влияет. Это рублевый продукт. Вам не нужно будет собирать никакие справки, оформлять визы. Только лишь российский паспорт понадобится, чтобы отправиться в удивительное путешествие. Ваш спутник Гермес любит своих туристов, поэтому предоставляет всевозможные скидки и даже рассрочку. Компания «Спутник Гермес» предлагает гибкую систему оплаты с небольшим первоначальным взносом и с последующей оплаты до круиза. Это очень удобно, потому что вы не сразу вносите полную сумму, но при предварительной оплате ваши каюты никем они не будут забронированы. А здесь такая возможность, одну третью часть отдать, потом вторую, и, короче, за месяц перед отправкой мы все, как говорится, рассчитываемся. И нам, в общем-то, не тяжело, так сказать, постепенно все это выплатить. И фирма идет нам навстречу в этом плане. Мы приверженцы речного круиза. Вот шестой раз уже вот обращаемся за услугами к этой фирме. И очень довольны ее обслуживанием и последующим круизом также. Отдых на теплоходе необходимо планировать заранее. Уже сейчас любители круизов начинают задумываться о следующем сезоне. Но не стоит переживать. У вас есть возможность отправиться в навигацию этого года. Так как этот год у нас является юбилейным годом Победы, 70-летия, компания «Спутник Гермес» приглашает именно вас в круиз до Волгограда с посещением Мамаева кургана, родины мать. Остались еще места, их не очень много, поэтому звоните, спешите забронировать. Оптимальные варианты размещения, цены и специальные тарифы мы подберем для каждого клиента.
Такое событие, как свадьба, навсегда остается в памяти, и каждая пара молодоженов хочет сделать ее незабываемой. В наше время многие считают, что гостей уже ничем не удивишь, но это не так. Свадьба на теплоходе – великолепный вариант для тех, кто предпочитает и веселье, и романтику. Всего лишь один звонок, и менеджеры компании «Спутник Гермес» помогут осуществить вашу мечту. Особое внимание хочется уделить юным туристам, которые скоро заканчивают школу. Выпускной вечер – это одно из самых важных событий нашей жизни, которое должно остаться в сердцах не только у выпускников, но и у родителей и учителей. Организовать выпускной на теплоходе вы сможете совместно с вашим спутником «Гермес». С мамами, с папами, с бабушками ждем вас на теплоходе на круизы выходного дня, познавательные круизы до Нижнего Новгорода с посещением городов и с очень обзорной и обширной экскурсионной программой по специальным тарифам и низким ценам. Одним из самых главных достоинств организации торжества на борту теплохода, конечно же, является оригинальность самой идеи. Все присутствующие на празднике будут в восторге и получат море новых ярких впечатлений. Отдых на теплоходе – это, наверное, один из самых удобных, интересных, комфортабельных видов отдыха, какие сейчас существуют в нашей стране. Поэтому мне очень приятно, что в этом году компания «Спутник Гермес» предоставляет уникальную возможность отдохнуть практически любым категориям наших граждан на теплоходе, что каждый может выбрать отдых для себя. Наверное, не ошибусь, если скажу, что истинные поклонники этого вида отдыха уже считают дни до открытия новой навигации, строят планы, подбирают варианты поездок. И правильно, мечты ведь имеют свойство сбываться. Если вы очень хотите прокатиться на Волжском круизном теплоходе, значит, так оно и случится. Непременно. А поможет воплотить задуманное ваш спутник Гермес.